Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вас порадую видами, расскажу о том, как заканчивается строительство комплексов Каргыпынаре. Это самый видовой, самый перспективный комплекс на побережье Мерсина. Я нахожусь на крыше, где будет панорамный ресторан. Посмотрите, какой замечательный вид будет у этого ресторана. Он будет на крыше двух зданий. Впереди меня комплекс вилл, эстетично живущих черепичными крышами, и в Каргыпынаре отличные песчаные пляжи. Передаю привет всем моим собственникам, которые купили, получили собственность и с нетерпением дожидаются готовности этих квартир. Осталось совсем чуть-чуть. Также совсем чуть-чуть осталось квартир в продаже, поэтому внизу оставлю ссылочку, информацию о том, какие квартиры на каких этажах и по какой цене остались. Пожалуйста, успейте, а квартир действительно осталось мало. Комплекс стоит вашего рассмотрения, потому что он ультралюксового качества, ультралюксового вида. Итак, что же у нас здесь будет? Кстати, про ресторан. В ресторане мы уже приглашали специалистов по дизайну для разработки дизайна интерьера. Это будет рыбный ресторан. И к работе в перспективе мы будем приглашать людей, которые могут управлять рестораном, поваров, хозяев, директоров. Ну, в общем, если вы в этом бизнесе, вы понимаете, о чем идет речь. Мы вас ищем. Далее в комплексе у нас будет уже готов бассейн, готовится территория. Мы с вами обязательно прогуляемся и посмотрим. Здесь у нас квартиры 1+1 и 2+1. Замечательного качества, современный. В общем, не буду вас томить, давайте гулять по комплексу и смотреть. Поехали! Здесь у нас выкладывается изоляция для крыши. Заодно покажу вам локацию, где мы находимся. Локация супер. Локация отличная. Под нами персиковые сады. Сады апельсинов. Сады авокадо и банановые плантации. В Каргыпынаре есть торговый центр, школа, лицей, поликлиника, аптеки, пекарни, заправки, магазины, супермаркеты. Все, что вам нужно для постоянного проживания или отдыха. В любую сторону отличный вид, отличная панорама. Уже совсем скоро будем праздновать новоселье на этой крыше. Здесь делают монтаж шкафов в прихожей, кухонной мебели. Все делается с любовью, с музыкой, с песнями, но без танца. На каждом участочке работают и в бассейне, и на территории, и на каждом этаже. Здесь будет красивая арка, кафе, здание администрации. И вчера делали въезд. Высаживают растения. Уже выложены дорожки, имеются беседочки. Если вы наблюдали за строительством этого комплекса или мои собственники помнят, что здесь был сад, по возможности его сохранили цитрусовые деревья, чтобы когда заедут жильцы, здесь уже было все готово, были взрослые деревья. Вчера здесь сделали ворота, въезд на территорию комплекса. Внутри двора машин не будет, они будут со стороны гор. Здесь у комплекса сохранился сад. Посмотрите, какой большой, плодоносящий. Они замечательные лимончики. Вот такой замечательный лифт. На каждом этаже работают люди, на каждом участке комплекса ведутся работы. Почти везде установлены входные двери, вот такие красивые. Это наша прихожая, квартира 2+1. Здесь будет у нас шкаф. Вот как раз вы видели, что их дособирают. Кухня-гостиная, единая зона. Здесь будет пол-ламинат. Ведется монтаж кухонь. Мы с вами еще прогуляемся, посмотрим другие квартиры, где монтаж уже завершен. Каменная столешница, над раковиной окно. Пожалуй, это единственная видовая квартира, которая осталась в продаже. Это наш 9-й этаж. Здесь еще будет стекло. Также стекло будет на террасе. Замечательный вид открывается с террасы. Надеюсь, вам нравится. Посмотрим планировку квартиры. Квартира распашонка с видом на сады, на горы, на море. Здесь также ведется монтаж мебели для санузла. Плитка уже готова, выполнена. Устанавливается сантехника. Родительская спальня. Здесь будет французский балкон. Посмотрите, какая красота когда просыпаешься. В летнее время горы видно не очень отчетливо, но благодаря такому расстоянию гор у нас лето не жаркое, не влажное, дышится легко. Вид на персиковые сады. Используются хорошие материалы, используется много натурального камня. Это наша гардеробная. Здесь будут шкафы в гардеробной и полноценный санузел в родительской спальне. Детская спальня с балконом. Каргыпынаре в перспективе газификации, поэтому здесь заложена возможность для установки батареи. Мы уже об этом подумали. Побеспокоились за вас, чтобы когда придет газ, вы с легкостью могли его подключить. Мы вам в этом поможем. Разводка под газовый котел, выводы под кондиционерные блоки. Здесь еще продолжается наша территория. Между зданиями внизу будет ресепшн, на территории будет фитнес-зал. Между зданиями будет мост, соединяющий два зала ресторана. Вот такая квартира 2+1, южная, восточная, северная. Отличная продуваемость, отличные виды в любое из окон. Эта квартира уже выкуплена, и хочу вам показать, как будет выглядеть мебель. Это шкаф в прихожей. Вот такой пол-ламинат. Вот такие французские балконы. Квартира передает привет своему хозяину. Без излишеств, строго выдержано, современно. Выполнены квартиры. Посмотрим, какая у нас красивая кухня, какие фасады и фартук. Вот так будет выполнен фартук. Во многих квартирах он уже исполнен. Фасады кухни. И здесь будет обеденный остров, разделяющий пространство. В санузле уже сделали душевую кабину. Вот такие вот душевые кабины. Мебель для раковины в процессе. Как говорится, легкой вам работы. Такие вот шкафчики в гардеробной. И так представлена родительская спальня. Квартира с таким видом, такой площади, также есть в продаже. Квартира 1+1 с видом на море, на бассейн, на аквапарк, с большой террасой. Кухня-гостиная, единая зона. Здесь выполняется монтаж кухни. Также будет обеденный остров, отделяющий пространство. Наша входная дверь уже установлена. В процессе шкаф в прихожей, санузел, выложен в плитки, устанавливаются шкафчики и сантехника хорошего размера, санузел и спальня с французским балконом, с панорамным остеклением, с видом на море. У подъездов остекление во всю стену, от стены до стены, от пола до потолка, с видом на сады и на горы. Здесь все будут красить. Камнем, гранитом выложена лестница. И еще будет делаться красивый декор подъезда. Есть квартиры 1+1 и 2+1 на невысоком этаже с видом на зелень, на огромный красивый большой бассейн, на замечательную большую территорию с вот такой вот большой террасы. В небольшом ассортименте есть квартиры. Пишите, звоните на WhatsApp, расскажем вам детали. Качество камня отличается на первом этаже, но по-прежнему красиво с любого этажа, достойно исполнено. Спасибо, что остаетесь на канале, спасибо за ваши лайки и комментарии. Большое спасибо за доверие моим собственникам. Передаю привет с вашего комплекса, с ваших квартир. И совсем скоро квартиры будут готовы. Напомню, что всю техническую характеристику можно запросить по телефону WhatsApp. Телефон появляется где-то на экране, либо найдете внизу в инфобоксе под видео. Приезжайте в Мерсин, буду рада видеть вас в Мерсине. Увидимся. Пока-пока.